Сварочный и шлифовальный станок особенно подходит для отделки сварных швов в труднодоступных местах, например, в пределах перил, внутренних углов или квадратных секций. Благодаря своему плоскому алюминиевому удлинителю он попадает в зоны ограничения с особенно жесткими углами. Двойной редуктор гарантирует, что у вас всегда есть оптимальные возможности для удаления материала под рукой. Комплект для ремонта лобового стекла помогает предотвратить повреждения, сколы и комбинированные повреждения. Диаметр повреждений до 1 дюйма. Функция пружинного замка обеспечивает качественный ремонт. Ремонт восстанавливает сколы, так что даже при солнечном свете не будет видно даже царапины. Газовый паяльник – это идеальный инструмент для работы в местах, где отсутствуют доступные источники электрического питания. Газовые паяльники работают от бутанового газа, поэтому их можно заправлять при помощи обычной бутановой заправки для зажигалок.